ребята! Здравствуйте, уважаемые взрослые! Ух ты! Посмотрите, какие удивительные палочки у меня сегодня оказались! Это не просто так, это для того, чтобы я смогла вам показать и познакомить вас с еще одной геометрической фигурой. А поможет мне в этом? Ой, злюка-крокодил! Он сюда сейчас приплыл! А почему он злой? Он сейчас нам с вами и расскажет. Вы со мной тоже поиграйте? Все за мною и за крокодилом. Повторяйте. А играть мы с вами будем так. По реке однажды плыл преогромный крокодил. Пасть открыл, зубы в ряд, треугольные стоят. Крокодил после угощения стал добрым и ласковым. Ну что ж, друзья, а вы еще вокруг посмотрите и разные предметы треугольные найдите. А потом крокодилу расскажите. Развивайте своих детей, играя.